Едем кататься на горках. Выехали на Павлодарскую трассу. Проезжаем пост ГАИ. Ехать приблизительно около 15 километров. Это район старой крепости. Горки старая крепость. Пойдемте покажу. Можете нажать на паузу и ознакомиться с прайсом цен. Тюбинги можно брать с собой, также здесь их предоставляют в аренду. По-моему, 500 тенге полчаса. Еще один немаловажный момент, здесь не принимают Каспий. Поэтому тот, кто сюда едет, надо позаботиться заранее о наличке. На территории базы несколько горок, также есть места для приема пищи. Раньше это были обычные деревянные беседки, теперь их обшили материалами и как бы защищен от ветра. Открой, а? В общем, такие домики. Внутри две скамейки, лавочка. И вот так от ветра защищен. А это большая палатка на 30 человек. Хорошая горка для детей. Справа спускающая на тюбингах, а слева поднимающаяся по лестнице. Начался буран, и поэтому все едут домой.